Сегодня нашу улицу асфальтируют. Свеженький асфальтик. Вот, машина работает. Дороги. Нашли еще один магазин. Тут и продукты, и все здесь есть. Но меня поразило количество игрушек. Видите, сколько тут мишек висит. Обалдеть. В общем, чем дольше здесь живешь, тем больше узнаешь. Вот. Это продуктовая часть. Там мясо. И все, там колбаски. Все, что нужно. Тут цены кое-где указаны, а кое-где все-таки пропустили. Все спрашивать надо. Ну, хорошо, что есть уже такие магазины, приближенные к нашим. Уже как-то спокойнее. Оливки. Гуляем по Саранде. И вот мечеть, с которой мы слышали вчера молитву. Или когда мы там позавчера мы были. И мы шли и зашли с другой стороны раскопок, которые я в прошлый раз показывала вот с той улицы. Ну и тут вот такой трафик, видите, опять же делаются дороги, опять здесь пробки. Вся Саранда это стройка. У нас собирают шарфы футбольные. Футбольных команд вот мы нашли албанский. В общем, мы нашли его. Искали в нескольких магазинах. И нашли здесь. Хотим попробовать берег. Пока не знаю, где он. Вот. Больше конечно. И там дальше. Очередь стоит. Взяли мы береки. Это национальное блюдо. Албанское. Будем пробовать. Один рыбный. Вот мы походили там, поверху, спустились снова к набережной. Все дороги ведут к набережной, если спускаться вниз. И что я вижу? Уже ровня пляжи. Значит, все, скоро поставят зонтики. И бесплатно загорать уже никто не сможет. Ну, по крайней мере, там где-то... Ладно. Вот. Люди пока наслаждаются погодой и возможностью бесплатно загорать. Ну, идем по этой красоте. Тут хорошо. Ветерочек. И сегодня обещали вроде бы не солнечный день, а он оказался наоборот солнечный. И, в принципе, ветер, конечно, есть, но очень тепло.